Тебе нужно ввести код, чтобы мы соприкоснулись, чтобы мы могли играть вместе. Настройки. Соприкоснулись. Состыковались. Главное меню. Escape не работает. О, а я буду тебе давать код шарадой. И что это? Первое число, первая цифра, это количество яичек. Окей. Второе тоже количество яичек. Окей. Следующее число... Сколько через света? 8. Я понял, что я сам не знаю, подожди. Просто понимаешь, как Мармок гениально вывел в заблуждение, потому что их так 7. Ну да. Все правильно сказал. По-моему, 6. По-моему, 6. Смотря в какой мифологии. Ладно, да, давай, давай, что-то между. Нажимай, что-то между. 7. Так. Цифра, которую больше всего любит отличник. Ну, по пятибалльной шкале просто. По пятибалльной шкале. Хорошо. Значит, 2. Бунтующий отличник, да? Да. Следующая цифра — это твоя важность в этой вселенной. Я понял дальше. Это следующая цифра. Это тоже моя важность в этой вселенной. Хорошо. Надеюсь, у тебя ЧСВ не более высокое, чем... И снова количество яичек. Хорошо. Ну-ка, получилось? Сейчас гружусь. Получилось! Нормально получилось. Тут получается, типа, один хакер, а другой агент. И играется игра только вдвоем. Only вдвоем. По одному ты не... один ты в нее никак не поиграешь. И на плойке ее, допустим, на PS4 у меня нет, а вот PS5 версия есть. Звучит как что-то, во что бы мы с тобой начали играть, а потом забросили. Есть такие игры, в которые мы с тобой начнем играть. И продолжим когда-нибудь этот. Женщина! Ничего такая. Кстати говоря, насчет PS Plus. Пошли слухи, но завтра это опровергнут или нет, что FIFA 22 раздадут в PS Plus. Мне на нее похуй, но FIFA никогда не раздавали. Фу-фу. А еще раздадут Curse of the Dead God, по-моему. Так она называется, клевый рогалик. Инфа актуальна на момент записи видео. Да. 26.04. Это только, это слив. Это не возможно, невозможно. А третью игру, честно сказать, знаешь что? Знаешь что? Я забыл. Красиво! Красиво! Камера наблюдения. Я могу взять под контроль камеры. Ваша первая задача тебя. Добраться до пентхауса и проникнуть в хранилище. Услышь. Камеры. Ваша. Рок тихо. Музыку выбрать. Первая задача тебя. Добраться до пентхауса и проникнуть в хранилище. Услышь. Так, меня. Окей. Вызвать лифт. О. Куда спасибо. Тебе надо? Спасибо. Я могу. Так, окей. Его там нет. Ну и ладно. Рок тихая электро. Ну тихо, я так понимаю, это типа классики. Ну да. Там, а хип-хопа нет. Там скрипка не просто так. Или виолончель, или это гитара такая странная. Непонятно. Не, это скорее всего какая-нибудь виолончель. Вызвать лифт. О! Куда тебе спасибо. Надо, кстати? Я могу вызвать. На пентхаус, на пентхаус, пентхаус. Я могу на Рождество тебе вызвать. Не-не-не. Либо лето, Хэллоуин, что-то. На пентхаус, блять. Аварийная остановка. Зачем? Какой смысл? Где камера? Куда мне смотреть? Я смотрю в камеру. Перезапустить лифт. О, погоди, я могу... Что это? Что? Идиот, блядь. Кулхацкер. Кулхацкер называется, да? Блядь, пизда нам обоим. Я вызвал охрану. Есть, и сиреневый 2600, 2600, 2600, 2600, сиреневый 2600, 2600. Есть, вот так вот. Я почти убили эти лазеры, ебаные, блядь. Я бы охерел, если бы четвертая стрелка появилась. Подключиться к серверу для доступа к сейфам. Имя сети. Что это за игра? Это для кого? Умных? Ну, хакер, это как бы хакер, программист, и вот, да. Только это еще на русском, и простая херня бывает. Ну, попробуй еще продиктуй. Ванде Берг. Да, нормально, можно, что с большой буквы, что с маленькой, что слитно, что раздельно. По-любому человек, которому диктуешь, что-нибудь напутает. В этом-то и прикол этих игр. Таких игр. Я вызвала охрану, уже не будет. Сеть. И сейчас Мармок такой, что ты за хуйню сказал? Вызвать Архану. Охрану. Вызвать Архангелов. Что это за игра? Это для кого? Умных? Ой-ой-ой.
Опа, какая-то еще мини-игра. Я могу ходить по какой-то виртуальной сетке. Ой-ой-ой, это что я сделал? Ой, ты мне теперь что-то должен делать, я да? Буду... А, я даю тебе... Ой-ой, оставь, давай еще куб. А что у тебя перед лицом вообще? У меня гениальный... план, сейчас все сделаю. Я специально для тебя рисую маршрут, чтобы ты точно понимал, в каком направлении тебе стоит двигаться. Сделай мне тропинку, блядь. Да, маршрут он рисует. Все понятно. Ни разу не пинус. Вообще ни разу. Что ты делаешь? А, у меня кончились они. Бля. А, я могу убирать. Сзади убирай все, кроме последнего. Я понимаю, а ты перейти сможешь? Я уже стою на последнем. Последний не убирай. Вот через эту стену. Последний. Последний какой? Вот этот. Да. Гений! Последний убрал, долбоёб, блядь. Я не удержался. Какой? Вот этот. Последний убрал, долбоёб. О, какая боль по ошибке погрузить напарника в цифровую пустоту. Блядь. Я не удержался. Олень. Ой, тут еще. Ой, тут препятствие. Стой, стой, стой! Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Они пропали. А почему они пропали? Там ловушка проходит в один конец и в другой. Я же не знал, где она. Смотри, ты не знаешь. Вот по этому краю вот этот ряд. А стой! Стой! Он ему уже не доверяет, что опять хуйню наделает. Успокойся, блин. Успокойся. Вот этот ряд квадратиков. Хочешь вот нервничать сильнее? Протяни его до конца, протяни его до конца. Вот этот ряд, пожалуйста. Да, пожалуйста. Ставь еще, еще. Ой, это еще, еще, сейчас, сейчас поставь его. Там же, быстро, блядь, сзади идет этот хуй. Блядь, а что делать-то, блядь? Что ты делаешь? Что ты паникуешь, блядь? Что ты паникуешь? Да... Запаниковал, блядь. Его оставят, он носится. Ага. Успокойся, ты паниковал, ты уходил. Ты ушел. Так я ушел на те кубы, которые нет, были. Нет, там не было, там пустота была. Ты что, я тебе начал создавать их? А ты меня видишь, что ли? Да. А как он по-твоему ставил бы тебе? Ой, бля. Я поэтому над тобой издевался. Хуило. Так, но надо будет это быстро сделать. Мы сможем. Прям очень быстро. Мы сможем. 3, 2, 1, поехали. Еще раз прострою, где поломалось. Все, давай дальше, 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 дальше. А, не паникуй! Да ты, блядь, поехал! Куда? Паникер. Да, придурок, блядь. 3, 2, 1, поехали. Здесь прожглись, давай еще раз. Давай быстро, 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 дальше, быстро, 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 еще, 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 еще. Да, блядь, да она прям появляется. Еще быстрее, я понял, еще быстрее. Дальше, 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 сложно, дальше. Да вот здесь не тормози, давай, вот давай, здесь давай, не тормози, давай, блядь. Да, блядь, да ебать. Тормози. Быстро, 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 быстро. Вот, вот охуй, вот так вот и надо было, бля. Ой, бля. Все, красота. Интересно, сколько они часов на это потратили? Ага. Ай, хорошо. Как будто первый секс просто. Нет, первый секс всегда неудачный. Так у нас было сколько попыток? В смысле, блядь, в игре? Всегда неудачный. Так у нас было сколько попыток? В смысле, блядь, в игре? Дроны, да, да, в игре, в игре, в игре. IP-адрес нет. А, они, то есть, меняются, получается, этими персонажами, что ли, периодически? Дроны, гандоны летают. IP-адрес нет у меня такого. IP-адрес у меня есть. Охранные дроны. Охранные дроны. Ага, у меня мини-игра. Я вижу дроны, вид сверху. И планировку здания. Высекай их. Я есть RPG? Теперь... Смотри, в чем прикол. Что, а дроны облетают. Есть RPG? Что? Я тоже ничего не понял. Через разные... Блять, там написано Alan Statson. Я читаю Anal Station. Анала? Или это имя такое? Анал Стейша? Да. Анал Стейша. Я не знаю, как себя подписывать. Помещение. И нужно закрывать им двери. Сейчас в твоей комнате есть дрон? Нет. Улетел? Нету, в принципе, не было. Мне нужно в научно-исследовательские лаборатории. Ибанат, я тебе объясняю, как у меня все устроено. Я вижу просто планировку сверху и комнаты, которые облетают дроны. Я тебя понял, но мне нет доступа, мне надо войти, тут закрыто, понимаешь, в этой комнате. Сперто. В данный момент. А, ты даже не можешь открыть дверь, вот, а теперь? А теперь открыта дверь была, давай открой. Я открыл только что ее. Во, я вошел в нее, вот все, я здесь в буфете.
А к тебе сейчас залетит дрон. Зачем? Да, действительно. Залетел? Да, ебать! Ты рад? Похоже на игру We Were Here. Да, кстати, у меня она есть тоже. Мне показалось, что Настя гладит живот. Но это была она, Кея! Да, этот, как его? Тебе сейчас в анал залетит что-то. Залетело, доволен? Вот и то же самое с дроном было. Слушай, это не мой дрон, я просто наблюдал за ними. Ну давай я открою еще раз твою дверь. Давай, погоди, давай. Не входи, не входи. Я уже вошел, она теперь не открывается. Меня выебали. Мы должны как-то быстро пройти, понял, чтобы дронов не было в комнате. Построй мне маршрут просто прямо. Говори, куда идти. Короче, запоминай. Прямо. Так. То есть ты входишь в дверь прямо, бегу потом прямо. Входишь в дверь на... Давай я буду по пути тебе подсказывать. Давай, поехали. Хорошо, потому что так не запомнишь. Заходи. Поехали. Куда, направо? Но не иди во вторую, не иди во вторую. Прямо тебе надо будет. Давай теперь прямо. Теперь прямо, иду быстро, прямо. Быстрее. Иду теперь. Прямо, да. Дальше. Теперь направо, направо. Иду направо. Не, стоп, не входи, не вхожу, не входи. Не вхожу, не вхожу, не вхожу. Входи. Вхожу. Входи. Вхожу. И налево, дверь налево, дверь налево. Входить? Дверь налево. Входить? Да, входи и вхожу. Сразу направо. И вхожу направо. И сразу дверь направо. Есть. И сразу дверь. Я не понимаю просто. Входи, не входи. Да, командная работа. У меня... Вот я тупица, у меня справа. Сорян. Да, у меня еще кашель появился, походу. Бонусы! Я не понимаю просто. Вот я тупица. У меня справа, слева, сверху подсказка. Помогите вашему напарнику найти помещение с сервером мейнфрейма. Это, наверное, технический отдел. Допустим. Скорее всего, технический, почему-то мне кажется. На 10.00 устроит? Нет, блядь. На 5.15. Не могу. Есть только вот... Нету промежуточного варианта. Есть 5 и есть 5.30. Ебать, ну как... Все, на 5.30. Назначена новая встреча на 17.30. На сегодня, хуяк, да, Алан, стоп, сука, 5.30. Это не 17.30. Мне 10 часов сейчас надо будет сидеть. 12. 5 утра? У меня... Поэтому, если вы... Поэтому я 24-часовую систему предпочитаю. Ну да, проще сказать, там, 17.00, 5.00. А если я употребляю это, то говорю сразу 5 вечера. Например. Ну да, но вот они и не поняли друг друга. 5 утра, блядь! Как тебе по-другому? У меня 5.10, что? Ночь! Что за спецагент? Что? Я не хочу быть спецагентом, блядь! Я не согласен по такому графику ебаному работать! Ты скажи лучше, придурок, что мы будем делать 12 часов! Господи, какой утомительный у тебя медленный, уродливый автомобиль. Я знаю, как там развлечься. Я тебе предлагаю игру. Короче, мы подходим к людям. Точнее, ты подходишь к людям. Я буду тебе говорить, что сказать и что сделать. И ты будешь это говорить и это делать. Я буду давать тебе задания, как марионетка будешь моя. А потом ты мне. В общем, берешь, прыгаешь сейчас в круг. Срываешь с себя всю свою одежду. И начинаешь горячий танцевать стриптиз. И несмотря ни на что, что бы ни случилось. Зажигай, Вась, я хочу видеть дерзкие движения. Вот так. Угу. Ага. Да, черт возьми. Ой, бля. Стриптиз GTA. Этот чел повернулся, и сначала мельком мне показалось, что это у него не полосы на маске, а у него зубы, как у этого бобра. Мне похуй на вашу форму. Вась, сними кеды. Может, потому что он не срезает? Скажи, ты хозяин. Осталось только... Что-то разговаривать между собой-то. Перетирает, а этот жопой трется. Угу. Да. Может, потому что он не срезает? Скажи, ты хозяин. Осталось только кепка и трусы. О-о-о. Остались только трусы. Я 5 сроков отсидел, вот сейчас я буду, я знаю правильно. Скажи ему, что ты отсидел один срок. Я отсидел один срок. Скажи, что ты можешь открывать им бутылки пива попой. Мальчишки, могу открыть вам пиво попой. Боже мой, кринжатина. Кринжа навалили, да? Ну, запрети слово «абуба» в чате. Кисанька, кисанька. Попой. Игнорируют. Почему? Это они просто расходятся, им похуй на тебя. Вась, ты самый никчемный стриптизер, которого я видел.
На тебя никто не смотрел? Остались только самые большие ценители моего тела. У твоего тела нету ценителей. Все ушли, я тоже ухожу. Этот парень остался. Почему-то. В конце поцеловал. Ну, сам, вот, понимаешь, это цените стоит всех остальных. Я вот сейчас просто возьму и кину в следующий момент, без объяснения причин, как отец кидает своего сына в реку, чтобы научить плавать. Вот, просто смиритесь с этим. И потом у него нет ребенка, и он рожает нового, и опять учит его плавать и так по кругу. Пока его не посадят. Ты дурак, что ты делаешь? Я с кем-то просто синхронно выпрыгнул из... Вась, а вот и я. А вот... Что? Я прилетел в реку, нахуй, смотри. Данила, вас обстреливают, стой там. Нас обстреливают. В нас обстреливают? По тебе... Что? Знаешь, как тут мальчик с мема с полуоткрытым глазами. Нас обстреливают. Стреляли, придурок, ты не заметил этого, что ли? Я дикозняюсь, а можно перестрелку перенести на пару минут? У нас гонка. А какого хуя по мне стреляют? В смысле? А? Я не слышу. Я вышел, а тебе не мы стреляли. А кто? Погоди. Я просто ехал. Погоди. Не умею. Погоди. Джохан? Кто такой? У тебя такая дикция, вот похожая. Похожая. Пока. Я могу так сделать. Ты понимаешь? Блядь, вас я уезжаю, вас я в мясе каком-то, блядь! Да ты, блядь, не понял. Надо было уже сесть в машину и поехать дальше. Не успел бы, скорее всего. Да, я знаю. А может, и успел бы. Хуярят! Я буду задумчиво занять. Ты понимаешь, у него там нету шин. А ему их подстрелили, да, когда он поехал. Вась, блядь, по мне ебать со всех стволов в машине, пизда. Я в западне. Вроде бы я скрылся от погони. Ёпка, нет. А тут разные фрукты и птицы. Вот меня фрукты хуй. Тебя тоже? Мой товарищ говорит, что его тоже фрукты хуярили. Распишись на сиськах. Меня изобьют очень хороший. Че, распишись на сиськах? Люди. Вась, меня фрукты прессуют, блядь, где ты? Есть ощущение, что мои карманы обшаривают. Марин! Меня грабят! А за мной фрукты гонят! Меня грабят! Военная база, Вась, военная база, это спасение мое! Помогите, помогите! Помогите, за мной гонятся! Помогите, помогите! Меня пытались убить. Вот эта машина, вот эта фиолетовая машина меня пыталась убить. Можешь меня спасти, пожалуйста? Я вижу белую, красную, еще одну белую, фиолетовую вижу. Возможно, я дальтоник. Не, вот эта белая машина, которая сейчас ехала, это была моя машина, только что ее угнали. И пригнали обратно, а он вернулся. Что такое? Ваша машина, извините, что я взял покататься, и это... я вам отдаю еще починенную. Ну да. А почему бампер и бамперы отвалились, задние и передние? У него только что отвалились оба бампера. Ладно, я сделаю все быстро. Ты чё? Вы как-то объясните, где вы находитесь? Так я просто с клюшкой. Он, наверное, тебя сейчас затопашит. Убери клюшку. Раздевайся. Нет, не буду раздеваться, сатали. Первый пойдет в колено. Блять. Я одену очки. С твоего позволения. Я вижу. Контрабанда? Твои сексапильные голени. Подойди поближе. Я подхожу. По щам. Такой просто, знаешь, выглядит, как будто просто отвернулся. Для роли удобрения. Я подхожу. Для роли удобрения. Подходит для роли удобрения. Хорошо. Я на заднем сиденье, я же не выпаду, если вы врежетесь, правильно? Не факт. Я на можем проверить. Я пристегнут. Я вот я выключил подсказки, а на что пристегиваться? А русская. Нет, не верь! Дебил! Заработает. Да, причем он сказал «а русская», он не сказал «ф», он сказал «а русская». Какое число сегодня? 16 июня 2038 года. Охуеть. Еще раз. 16 июня 38 года, это сколько мы проходили эти ебаные мини-игры?
Найс. Спасибо за просмотр. До скорого.